Обрабатываем около 1500. Полторы тысячи. Да. А в хозяйстве народу много трудится? 15 где-то. 15 человек всего? Да, вообще. Большая. Ну, зависит от поля, но не меньше 40, не больше 50. Не меньше 40, между 50 и 40 центов. А тоже торусы купили, да? Нет, акрос у нас один, а две у нас вот фермер есть хороший, помогает. Один у нас новый акрос, да, комбайн. Нормально работает? Нормально. Нормально. Результаты еще пока рано подводить, потому что еще уборочно идет. У нас еще нужно по зерновым где-то еще 15% нужно будет собрать. И, соответственно, дальше мы собираем уже овощи, фрукты, картофель. По овощам у нас хороший прирост. По сравнению с прошлым годом идет хороший прирост. Ну и погода стоит хорошая. Есть недобор по зерну, но это общая тенденция вообще по стране в целом. Где-то 15% в целом по стране недобор. По ЦФО где-то около 20-25%. У нас результаты лучше. Где-то урожайность около 30. В прошлом году была 33 центнера с гектара. Но мы видим, там, где хозяйство хорошее и сильное, там и урожайность хорошая. То есть это не только вопрос еще погоды и влаги. Это еще все-таки вопрос работы с землей. То есть это и внос удобрений своевременный, и современные тоже технологии. Поэтому это работа, это технологии. Поэтому урожай у нас будет по зерновым выше, чем в прошлом году, но пока поговорить о окончательном результате пока рано. Нам не стыдно за свои результаты, но есть чем заниматься, это совершенно точно. Отапливает эта котельная 47 многоквартирных жилых домов и 41 объект социальной сферы, в том числе 8 бюджетных. Объекта. Мощность котельной 8,4 мегаватта, значит, 3 котла, 2 котла по 3 мегаватта и 1, 2,4. Завершили когда? Завершили в апреле месяце. Значит, в апреле месяце мы в течение 3 дней она работала под полной нагрузкой. А собственность мы сейчас получили, ГАЗ нам выдал документы только вот буквально недавно. Сейчас мы уже оформляем его собственность и будем сдавать в аренду. В аренду кому? Энергогазинвест. Освещение, значит, на следующий год по народному бюджету на 2,5 миллиона мы включили завершение аллеи героев. Вот та часть, которая сделана, значит, это сделано полностью за счет спонсоров. Здесь мы практически денег своих не привлекали никаких. А что там сделано, значит, то там вот посредине планируем детскую спортивную площадку. Вот. И дорожки для того, чтобы ходить и так далее. Здесь будет клумба. Скамеечки поставим, это все оборудование. То есть на следующий год 2,5 миллиона мы должны вложиться. Практически полностью идет это все по народному бюджету. Понятно. Хорошо. Большая. Мы нуждаемся в освещении. Наш переулок, часть улицы, нуждается в освещении. Мы в этом году благоустроили, водопровод себе новый провели, дорогу нам асфальтировали. Но вот освещение — это для нас вопрос. Хорошо. 10 числа. Хорошо, тогда договорились до 10 числа. Хорошо. Спасибо. Да пока не за что. Спасибо. У меня площадь 1400 гектар. В прошлом году я обработал 500 гектар, хотя бы 500-600 гектар. Угу. Для этого техника имеется. Ну, к октябрю месяце мы эти земли передадите. Да, да, закончим это все. Нет, ему так... когда передадите? Где-то с октября месяца. Нет. Дату когда? Дату на числа 15 октября конкретно. До 15 октября? Да, 15 октября. Так, на контроль возьмете-то, хорошо? Хорошо. Пожалуйста, уважаемые жители, у кого есть вопросы? Так, вот давайте сюда вот подходите. Течет крыша, ураганом снесло два шифера. В трубе там бежит все по окнам, батареи стоят, ведерки этих... И мы туда посылали работников, там должны были сделать ремонт. Значит, я буквально завтра проверю это дело, если не сделаем, мы однозначно выполним ремонт в течение 2-3 дней. То есть до понедельника вы выполните? До понедельника, да. До понедельника. 15 тысяч за работу собственными деньгами заплатить. Нет, бесплатно сделают, до понедельника сделают. Никто бесплатно. У вас брать деньги не будет. Так, запишите, извините, пожалуйста, что-то. Запишите как заявление.